Неси сюда душу, там же только рот открой. Классно получилось прям вообще. Шикарно. Он такой. Кутенек сединый все равно надо подкрашивать. Тут вот ее не видно. Когда подкрашены, как-то по-другому стрижка выглядит. Я вчера одному парню покрасила обманным путем. Он, короче, не хочет краситься. А я говорю, это просто обечение. Смыли, блядь, такой, а вот темный. Шары вылупил, домой пошел, жена говорит, мне бы такого мастера. Сама взяла, блядь, покрасила. И смотри, как хорошо, даже не видно. А он говорит, что, да, нравится? Мне пишет, бля, от жены, ой, тебе поп там, рахнет мой мам. Я тебе, говорит, поставь.